Всем привет! Сегодня в моем обзоре табакоукладчик Liebherr 64 от компании NZG. Так, спереди можно видеть решетку радиатора, фары, зеркало, бампер. Гусеницы выполнены очень качественные, показаны крепежные болты. Также можно заметить, что одна гусеница шире, чем другая. Оно и понятно. С этой стороны он стоит у края траншеи для снижения давления. Гусеницы выполнены очень качественно, показаны нижние ролики. Также гусеницы имеют натяжение. На раме противовеса также можно видеть зеркало. Позади кабины множество ручек, поручней, кондиционер, фары. Вот для примера фотография этого турбоукладчика. Позади можно видеть лебедку. Кстати, на этой картинке ее нету, и на выставке СТТ я ее также не видел. Но, видимо, она ставится опционально. Также можно видеть крышку бензобака. На окнах установлены щетки. На боковых и спереди. Также фары в рабочей зоне. На стреле установлены защитные накладки. На случай, если труба будет раскачиваться. Те же самые накладки можно видеть и на фотографии. Кабина оператора сделана также очень подробно. Имеется кресло оператора, джойстики, панель управления. Тут также показано отверстие вентиляции. Но на самом деле это просто печать.
Правда, выглядит очень реалистично. Так, какие же здесь особенности? Ну, естественно, стрела может пускаться. Противовес выдвигается. Здесь можно видеть лебедку, которая управляется с помощью такого ключа. Лебедка здесь работающая. А блоки противовеса снимаются. Можно видеть гидравлические цилиндры для управления противовесом. А внизу лебедки можно видеть фаркоп. А сзади лебедка также действующая. Имеется крюк. К данному видео будет размещен видеоответ, где я снимал этот турбоукладчик на выставке на СТТ. Так что у вас будет сравнить модель и настоящую технику.